Японская делегация осмотрела место строительства будущего ветропарка в Тикси. Напомним, ранее в феврале японские специалисты уже посещали поселок. Тогда они проводили исследования на предмет возможности возведения ветроустановок. Строительство проведут совместными усилиями правительства Якутии и японской компании Кома Айхолтек. Проект реализуют в два этапа. В результате в северном поселке появится 10 установок с системой аккумулированной энергии мощностью 1 мегаватт. Вы знаете, в феврале месяце приезжали наши специалисты на проведение исследований о возможности строительства ветроэнергетических установок. Вот. Они были поражены, насколько здесь прекрасна природа, даже в этих суровых краях. Они сумели снять на фото и на видео северное сияние.